Всем привет! Сегодня у меня будет продолжение легендарной истории, которая началась еще 4 года назад. Я тогда проводил стримы, где дуэлился против моих сокланов. Некоторые из них, кстати, до сих пор сохранились на моем канале. Так вот, на одном таком стриме я дуэлился против топ-1 моего клуба, которого звали Crazy Russian. И я тогда его вынес почти в сухую со счетом 5-1. Он тогда очень расстроился, ему стали многие писать, типа, кубков много, играть не умеешь. И он попросил меня, сделать реванш спустя какое-то время. И вот спустя год мы с ним задуэлились, и он снова мне сливает. То же самое произошло спустя 2 и 3 года. И вот, наконец-то, проходит целых 4 года с момента этой истории. Просто жесть, 4 года. Сегодня мы, наконец-то, узнаем, чем же эта история закончится. Кстати, как вы знаете, совсем недавно в Бравле поднялись цены на гемы, поэтому, если вы хотите выгодно и надежно себе задонатить, то самый лучший способ это сделать в моем магазине Sunlight. У меня очень низкие цены, надежные продавцы, очень удобный бот, в общем, ссылку я оставлю в описании, пользуйтесь. Как же быстро летит время. Я не могу поверить, что прошло целых 4 года. Кстати, Crazy сейчас активно пушит кубки, то есть у него 49 тысяч. Даже есть 30 ранги, вот это да. Слушайте, ну по профилю он меня намного сильнее. Вот я вам показываю свой профиль. То есть да, как будто бы он гораздо сильнее меня. Но я думаю, что это не главное, самое главное это скилл. Сегодня мы будем играть в разные режимы до 3 побед. И первый режим это будет ограбление на Мортисах. Я думаю, что это будет очень весело. Посмотрим, кто затащит. Это будет жестко. Самое главное вначале занять кусты, и потом уже все будет хорошо. Можно будет просто там в них отбегать и атаковать потом. О, он не в кусты зашел. Это хорошо. Ой, я промазал. О нет. Надо убивать его. Так, гаджет, давай, хорошо, ай, что я сделал, зачем я нажал на ульту, я подумал, не хватит урона, это была ошибка, так, нападаем, давай, я должен его перебить, хорошо, все супер, все просто супер идет, так, отходим, не переживайте, я знаю, как здесь тащить на Мортисе, опыт есть, как говорится, так, сейчас. Ой, нет, это было лишнее, так, хилимся, так, можно убить его? Ой, что, а я же первый дал ульту, что-то я не понял, как он меня убил, ну ладно. Так, давайте сейчас его снова отобьем, так, он слева, да? Да, он слева. Ой, опасно, надо гаджет подрубать. Хоп, ой, как хорошо-то. Можно было, кстати, без гаджета обойтись, но нормально. Пока что я побеждаю на 1%, на целый процент. Плюс у меня позиция лучше. Так давайте просто влетим, наверное. Только где он? Где он? О, привет. Хорошо. Разбайтил его на прыжок. Так, ну все, можно, наверное, влетать в сейф и дамажить. Хоп. Так. Да, отлично. Я прыгаю, ему сложно попасть по мне. Так. Ой, хорошо, что я делаю просто? Так, отходим снова. Слушайте, пока что все идеально. Так, еще немного времени, давай уже время, заканчивайся. Хоп. Так, хорошо. Ой, он меня может убить сейчас. Блин. Ну ладно, я много дамага внес, все, ему просто не хватит времени. Ему чисто физически времени не хватит. Он никак уже не выиграет. Так, ну давай, прыгай. Ну все, 30% он не снесет никак. Ай, зря я это делаю. Да, это победа. Это победа, хорошо. 64 на 51. 1-0, вот это да. Слушайте, нормальное начало вообще. А может 3-0 получится сегодня сделать? Сейчас у нас режим рыбалка. Мы должны притягивать фрэнков, и кто больше поймает, тот побеждает. Так, у меня тоже есть маленький, вот такой, например.
Ну что ж, правила все знают, что нужно делать, да? Сейчас у меня резница, смайлик, лайк. И будем начинать. Так, и... Гоу, все, быстрее, быстрее набиваем. Так. Почему там никого не было? Так, неприятный момент. Ой, блин, он уже поймал, да что ж такое? Что? Почему никто сюда не встал? Я не понимаю, они специально что ли ушли? Вот сюда. Да, хорошо, плюс один. Нормально, нормально. Один. Нет! Я не понимаю, почему они не встали слева? Где они? Да что ж, что это такое? Да, они все... Ё-моё, не притянулся. Не притянулся, просто не хочет притягиваться, Фрэнк. Что происходит? Да ну! Блин. 3-5, я сливаю. Слушайте, они как будто бы специально встали направо, чтобы помочь Крэйзи. Ну, я не знаю. Либо мне просто кажется. 1-1. Вы будете смеяться от того, что у нас сейчас будет. Это битва 3 на 3 с ботами. Ну, просто я там подкупил ботов, чтобы они мне помогали, поэтому... Ладно, начинаем. Что? Он взял Бастера? Слушайте, это очень хорошо для меня. Потому что у меня Пэм. У нее дальность больше. Персонажей можно... Персонажей, точнее, можно любых брать. Так, хорошо. Самое главное, это вот от Крэйзи не слиться. Боты, они вряд ли что-то сделают вообще. Так, хорошо. И самое главное, все гемы самому брать. То есть не оставлять их ботом. Так. Ой-ой-ой-ой! Что? Я же уже не стрелял! Почему все равно отражение? Так, ладно, надо сейчас камбэчить. Блин, Шелли это еще? Почему такой бот сильный? Блин, я просто гаджет на бота потратил, вы понимаете? Ой, хорошо. Кстати, его тоже подбили. Все, под хилкой, я думаю, лучше будет здесь стоять. Ой-ой-ой! Очень большой дамаг от спайка. Так. Хорошо. Почти добили. Что? Отлично, мы добили. Так, надо брать. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, 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 нет. Что я сделал? Я вообще не думал, что спайк так грамотно кинет ульту. Это точно вообще боты? Да, так, ладно. Ой-ой-ой. Да как она так ультует меня, я не понимаю. У него боты играют лучше, чем он. Ну это типа без обид для него. Ну реально. Хорошо. Да нет, опять меня бот добивает. Почему у него боты играют лучше моих рандомов, я не понимаю. Где сейчас гемы? В обучении вообще не такие боты. Где? Да ладно. Что? Просто бот с гемами сидит в кустах. Понимаете, он сидит в кустах и не лезет. Почему рандомы такого не умеют? 1-2. Все очень плохо, счет 2-1. Если я сейчас еще раз солью, то все. Это будет поражение для меня. И счет 3-1. Сейчас у нас проверка на реакцию, поэтому нужно собраться вообще. Ошибаться здесь нельзя. Что это такое? По мне сейчас очень жестко стрельнули. Так, здесь наша задача это просто прыгать. Уворачиваться от баринов. Так. Барины могут начинать вот это сверху, да? Он уже... Что? Очень быстро он кинул. Ну ладно, так, нормально. Так, хорошо. Мы пока что живем. Все в порядке. То есть... Кто следующий? Я забыл. Я забыл, кто следующий? Кто, справа, что ли, вот этот? Я смог. Хорошо, продолжаем. Очень жестко. Я не помню, кто следующий кидает, вообще не помню. Я там... Я смог, вот это да, очень жестко. Кстати, Амбер вообще красивая, реально топ. Топ скин просто. Фух, что я делаю? Очень жестко. Без шуток вам сейчас говорю, очень жестко. Прям с трудом я прыгаю. Кто, справа, Амбер? Нет, слева. Хорошо. Мы смогли, вот это да. Он тоже держится как-то. Я вообще в шоке. Что? Не, это не считалось справа, кто кинул. Нельзя одновременно две кидать. Не, нормально, продолжаем. Это не считалось. Давайте дальше. Кто там дальше? Второй левел, продолжаем. Сейчас будет еще жестче. Так, начинает у нас опять Малик.
До первой ошибки, то есть кто ошибется, все, вылетает. Так, смотрим за Маликом. Слушайте, я не смогу. Это будет очень жестко. Я не смогу. Ну давай уже. Я смог, что? Я смог, я подпрыгнул. Прям по таймингу. Хорошо. А Гейл, по-моему, нереально. Слушайте, а Гейл... Ой, не-не-не, это не считается. Не, Калет, чисто Калет. Давайте сейчас покажем, что продолжаем, типа. Все нормально, продолжаем, продолжаем. Именно Калет должна вышибить кого-то. Так, давайте. А кто сейчас? Сверху? Жесть! Я даже не понимал, что она будет ультовать. И как-то подпрыгнул. Так, а кто? Кто следующий? Вообще ноль вариантов. Я вообще не понимаю, кто следующий? Слева, да, аниматроник? Слева. Нет! Это было не слева, но я все равно как-то успел. Жесть какая-то, счет 2-2. Получается, у нас сейчас финал. Финальное испытание — это режим маньяк, ну или же прятки на штольне. Ну что ж, затащит сильнейший. Финальное испытание. Да. Я не ожидал, на самом деле, что так получится. Если что, мы не планировали такой счет. Я думал, будет прикольно, если 3-0 вообще будет. Но так получилось, что сейчас финал. Так, где у нас маньяк? Он где у нас? А, сверху, сверху. Давайте сюда, поближе. Так, хорошо. Самое главное, это не попасться. Нужно очень сосредоточенно играть. Кстати, как я понял, Крейзи тоже умеет играть в этот режим. Но он раньше у меня снимался, да и он понимает, что тут делать. Так, сюда. Кстати, на самом деле вокруг этого озера вообще опасно бегать. Потому что если маньяк в вас попадет и спалит, то все, это конец. Ой. Хорошо. Давай, давай, зажимай его, он там слева. Давай, давай, Симпа, ты сможешь. Ну что, не получилось? Нет. Так, ну ладно. Так, будем держаться здесь. Так, убегаем, убегаем. Ну, то есть влево, вправо, вот так вот надо. Самое главное, это вот не бежать на маньяка, потому что если он бежит в вашу сторону, а вы от него, то может плохо закончиться. Так, сюда, сюда, сюда. Хорошо. Он как будто бы знает примерно, где мы, то есть он прям... Ой-ой-ой, нет, 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 нет! Слушайте, это была конечная для меня. Я должен был там умирать, но он просто не пошел направо. Я бы тоже кинул смайлик, но у меня просто нет времени, очень потно. Ой, как бы нас тут не зажали. Туман уже подходит. Так, выходим. Выходим понемногу отсюда. Потому что... Нет, нет! Что? Что это за жесть была? Надо пересмотреть этот момент сейчас. Офигеть, я затащил? Я посмотрел этот момент сейчас. В общем, Симпа попал по Крейзи и посчитал нужным убить его. Ну, типа, потому что он первым попал в него. Хотя он мог убить и меня спокойно. Но вот получилось так, что я опять побеждаю со счетом 3-2. Какая-то жесть просто. Какая-то жесть. Мы не планировали, если что. Я не планировал это. Я вообще в шоке, что получилось так эпично. Получается, ему придется ждать еще один год, чтобы мне отомстить. Жесть! Всем удачи, всем пока!